Марго. Драго. Что здесь происходит? Шрам, объясни, что он здесь делает? Чудесный день представляет. И еще раз спрашиваю, что Драго делает рядом с Марго? Откуда ты знаешь, как его зовут? Приходилось встречаться, и все наши встречи заканчивались тем, что я побеждал. Он еще хочет? Может, это было раньше, но не сейчас. Давай проверим. Я не против. Нет, Драго, не надо! Интересно, это будет долго продолжаться? Мы же его только усмирили, а он снова. Ух, не знаю. Что вы здесь делаете? Как сюда попали? Телепортация, мой друг. Телепортация. Ты забыл, что я призрак? А Тирекс? А у него есть ездовой дракон? Малыш. Надо их остановить. А мне даже интересно, кто выиграет? Гром больше и вроде как сильней Драго. Но Драго сейчас разъярен, и сил у него больше, чем у меня. Несмотря на то, что он 7 дней не ел и не пил. Но Гром страж. Интересно. Шрам, сделай что-нибудь. Они сейчас друг друга разорвут. Подожди, сестренка, давай еще посмотрим. Шрам, разними их. Да они меня порвут на мелкие части вдвоем. Вперед. Так, мальчики, давайте успокаиваемся и не будем терять голову.
Ну-ка быстро! Драгу на землю! Гром тоже! Спасибо, Шрам. Мальчики, не ссорьтесь. Давайте спокойно все решим. Пока все не успокоится, я останусь жить в Саксонии вместе со Шрамом. А вы будете приходить ко мне в гости. Я согласен. А я нет. Но если нет, то все, согласен. Драгу, я ничего не понимаю. Как ты мог согласиться на это? Объясни. Возвращаемся на остров драконов. Торнадо! Что ты об этом думаешь? Я думаю, что все вокруг сошли с ума. Шрам, тебе не кажется странным, что Драгу сразу согласился? Может, он меня разлюбил? Я ему дам, разлюбил. Но он почти отказался от меня. Он улетел. Не в любви тут дело. А в чем? Стоп. Шрам, ты их обоих силой заставил. Ну, не совсем. Шрам. Не силой, а страхом. Но зачем? Драгу, ты уже целый час молчишь. О чем ты все думаешь? Как-то все это странно. Я в Саксонии вдруг почувствовал такую сильную энергию и не понимаю, от кого она исходила. Может, от Шрама? Но я сильнее его. Хотя, ты помнишь, Морис? Когда мы во время засухи прилетели на остров Забвения, где Шрам был вожаком, он был чрезвычайно силен. А потом... Потом эти силы куда-то исчезли. Ты помнишь, что к нему подходить было страшно и больно? Но почему сила исчезла? А может, его силы кто-то забирает? Возможно, ты прав, ведь он такой мягкий стал в последнее время. Я бы не сказал, его вон три дракона сильных греческим огнем окатывали. Да, приятно, наверное. Это был сарказм? Да. А то я последнее время не всегда тебя понимаю. Да, да, сарказм. Но почему энергия вернулась к нему? Может, между ними была битва или еще что-то случилось? Да. Когда я улетал, я слышал молнию, и энергия, которую я чувствовал, исчезла. Но я не придал этому значения. Но теперь... Скорее всего, со Шрамом что-то случилось. Марго! Там в Саксонии осталась Марго! Летим быстрее, Морис! Ha ha ha!
Здесь мощное силовое поле. Я не могу туда пробиться. Что здесь произошло? Драго, прилетела целая армия. Было страшно, очень страшно. Шрам отдал все свои силы, чтобы эвакуировать всех жителей острова. А потом, когда увидел, что меня окружили и начали на меня нападать, Шрам создал вокруг меня и всего острова огромные силовые поля, но не вокруг себя. Они били его. Он все силы отдавал и все еще отдает на поддержание этих полей. Он от этой боли без сознания. Посмотри, как его потрепали. Никто не пострадал, кроме него. Он справился, Драго, один со всеми. Они не смогли пробить силовые поля Шрама и улетели. Нужно разбить эти силовые поля, иначе он умрет от нехватки энергии. Но тогда у него останется совсем мало сил. Он же может умереть. Если мы этого не сделаем, то он точно умрет. А так, у нас хотя бы шанс будет. Доверься мне. Я доверяю тебе, Драго. Морис. Морис, позови, пожалуйста, драконов из Веча. Держись, Шрам. Все будет хорошо. Все силовые поля разбиты. Теперь мы должны отдать Шраму часть своей энергии. Не получается. Он не дышит. Дорогие друзья, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.